Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Посмотрите, какие мы уже с вами красивые. У нас нанесен тон, у нас сделано контурирование. Мы уже с вами умеем красиво глазки выделять и красить. Они уже у нас накрашены. Сегодня у нас остались бровки и губы. Итак, бровки. Что мы будем делать? Мы сначала их с вами... так как я отпускаю брови... В принципе, я их делаю под трафарет обычно, но лучше делать их под трафарет тогда, когда у вас только тон нанесен. Но мы этого не делали, потому мы сделаем проще. Буду использовать я палетку Диваж для блондинок. Здесь два цвета, более темный, более светлый. Я буду использовать более светлый, обычной кисточкой для теней. Как вы знаете, да, быстро расскажу вам про бровки. У нас есть три точки. Первая, вторая и третья. Все они должны строго проходить через определенные линии, для того, чтобы бровь была правильной и красивой. Первые у нас должны начинаться с начала нашего глазика, да, и вот этой линии, то есть прямая линия. У нас начинается бровь. Потому что если она будет глубже, мы будем уже похожи. Дальше линия верхняя у нас проходит через эту точку, центр глаза, уголочек, прямая линия. И последняя линия у нас проходит через эту точку, конечек глаза, и она выходит у нас на последнюю линию, где она у нас должна быть. Через эти линии мы проводим нашу ровную бровь. Сейчас, так как я отпускаю, у меня не совсем ровная, мы ее просто затемним, сделаем контуры. Как видите, я веду ее по моей. В принципе, когда делала брови, они у меня достаточно правильной формы. Просто сейчас мы ее выделим. Я стараюсь здесь красить вообще светлее, а кончик затемняет. Но сейчас я все накрашу светлым. Можно использовать скошенную. Здесь в наборчике идет скошенная. Но мне не очень хочется сейчас работать скошенной кистью, потому что оно занимает больше времени. Так, вот так. Мы выделили наши бровки. Зафиксировать надо гелем. Гель я использую Art Deco, он не совсем на самом деле нравится, я хочу вообще купить себе цветной гель, какой-нибудь коричневый. Но пока что за неимением ничего мы будем фиксировать этим. Еще у меня есть воск для бровей, но он вообще оставляет следы за собой, так что я его не использую. Итак, для дневного макияжа дальше я использую блески. У меня также есть разные, приразные блески. Все зависит от того, что я буду одевать. Вот, смотрите, цвета. Тоже заказывала в интернете. И обычно я использую что-то, знаете, такое нейтральное. Использовать буду специальную кисточку для нанесения блеска. Я вообще люблю цвета смешивать. Сначала я крашу губы. Я их делаю без контура. Я считаю, что так губки... Делаю светлые тона. Я считаю, что губки так... Кажутся еще больше. Дальше я промакиваю губы. Обязательно всегда. Беру другой цвет немножечко. Темненький. Добавляю. И точно так же промакиваю. В принципе, вот так я люблю делать. То есть я обязательно промакиваю. Я не люблю какой-то много-много, да. То есть сейчас у нас получилось такие, они розовенькие, видите, поблескивают. Наша вот эта верхняя губа поднята.
Очень красивенько все смотрится, да? Но также я купила блеск очень интересный. Шери Машери фирмы нашла случайненько. И в принципе мы можем также накрасить им цветом 805. Он такой розовенький, не яркий. Это кажется, он здесь розовенький. Очень вкусно пахнет. И он дает какой-то глянец такой. И еще что хотела сказать, что если вы глазки накрасили не ярко, то в принципе губки вы можете выделять. Под этот макияж мы можем в принципе и красным цветом накрасить помаду, но главное для красной помады это то, чтобы у нас был абсолютно ровный цвет кожи, без всяких прыщиков, покраснений и так далее, так как красный цвет выделяет все эти наши недостатки на лице. Итак, сейчас мы с вами красивые, можем отправляться вообще куда угодно. Мне кажется, что это даже под вечерний макияж подходит. Можно так выйти куда угодно, все красиво сделать, прическу. Распустим волосы, наконец-таки. Итак, я надеюсь, что для самых вообще новичков, кто не умеет краситься и не знает каких-то техник, самых простых, я вам рассказала, и эти несколько уроков помогут вам стать еще красивее и быть увереннее в себе. С вами была Селена Свей. Кто не смотрел предыдущие уроки, возвращайтесь и смотрите. Будьте красивыми. Если вам было полезно и понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Много интересного, полезных советов и бьюти, и из сферы жизни с мужчинами и красоты я буду вам рассказывать. Оставайтесь со мной. С вами была Селена Свей. Пока-пока.